Вон она. Сейчас мы им что-нибудь дадим. Попрошайки. Сейчас, подожди. Нашла. Дайте. Сожрал, а второй? Оригинально. Вот и. На ты. Ну, блин, это паразит, а? Второй бутылка? Да. Ну, давай кормить лис. Мне нос дал? Я бы как. Ну, они сейчас убегут. Не, он тухой. Блять, опять этот. Отдай. Ай ты, ёпта. Сейчас вот я той хочу. Та-та, блин. На. Эй, ти-ти-ти. Берутся. А который голодный? А, на. Вот такого я не видел. Вообще не пуганный. Откармливаешься. Сейчас. На. О. Блин, машина. Куда ты его бегаешь? А? Откуда дали? Ну, нет, вон они. Да вон они бегают. Ну да, все. Все? Ну давай уже. Вон они. Обалденно. Слушайте, ребят, вот так я лис никогда еще в жизни не кормил. Все, девчонки, у меня больше ничего нет. Машина идет. Ну ладно, поехали. Всем здрасте! Скучали? Мы тоже. Продолжаются наши лесные похождения. Прибыли на одно место интересное. Естественно, мы здесь бывали. Сейчас осень, трава вся легла, как видите. Холмик небольшой. Внизу мы поднимали ложно-витовое кольцо когда-то там. Типа фибулки такой. Весь холмик сверху усыпан оплавленным железом. Небольшим. В то время железо само не плавилось. То есть небо не падало оплавленным. И в кострах его вряд ли могли до такой степени нагреть. То есть, скорее всего, возможно, здесь было что-то. Либо печка, либо кузница. Короче, бог его знает в те времена. Сопутка старая. Ножички, кто знает, наконечнички. Ну, сейчас попробуем покопать чернинку. Может быть, и цветнинка какая-то вылезет. Ну и будем здесь дальше смотреть по обстоятельствам. Погнали! Так, с краю леса, вот там, если ходить, попадаются советские гвозди, ну естественно. Сохрану кошку здесь, конечно. Кошка хорошая, так, в любу выскочил какой-то кусок. Блин! Обратно в землю попросился. Лови его. Мне тяжело так, нагибаться сюда. Сейчас покажу. Есть что пока. Такой вот кованый, то ли что-то загнутое, то ли крючочек, то ли гвоздик загнутый. Ну это кованина, прикольная. Вот, и вот, ой, и вот эти оплавыши. Они ровненькие, кругленькие. Их здесь дофига. Отдай. На. Вот, изучаем вот эту вот часть. Короче говоря, спустились мы с горочки. Здесь сейчас одно. Короче, вот на этом пятачке вот здесь одни сплошные оплавыши. И жесть попадает. Ну, жесть мы могли на помойку вывести. Сейчас, да, и вот здесь, короче говоря. Да, когда давным-давно
Ну, не очень давно, но давно. Вот здесь где-то, вот в районе вот этой лужи, я нашел лосно-витое кольцо. Дальше мы подняли крест кельвидный, крупный. Вот. Там в лесу, по тому направлению, еще такой же кельвидный крест, где-то в километре. Сейчас с глубины выскакивает вот такая красотуля. У нас такой нет в коллекции, сейчас наведется. Оп. Смотрите, какая пуга. Вообще шикарная. Короче, опять на черном. Ну, с таким, с отзывом. А глубоко было? Глубоко. На штуке, наверное. Еще и дальше я копнул, она вообще провалилась куда-то туда. Вот. Ну и, соответственно, мысли какие. То есть, идет же холмы. Вот здесь холм, вот там мы находили. Тоже с той стороны него. До Монгол. Дальше там дом стоял. Ну, по идее, получается, что дорога прям вот так примерно как туда и шла. Здесь было поле. Я так понимаю. Здесь как бы лесок, а здесь поле. Фиг знает, что здесь еще. Было, 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 было. Ну, пуга красивенная, конечно, вообще. Прям в коллек, в коллекцию. Сейчас найдем, прикрепим, что это значит. Четырехлучевая. Фиг знает. Вон, тоже что-то копает. Черный цветной. Ну, черный, так уходит в цвет. Ну, короче, черт, пойми, петюк. Короче, сигнал глубокий. Еще пойди найди. Ладно, если найдем. Короче, выкопаем, покажем, если что интересное. Будем здесь пока шаболдаться. Так, продолжаем крутиться. Здесь, конечно, тьма вот этих оплавушей, больших и маленьких. Нет, нет, это от ножа, посмотри, она сведена. А, елки-палки, да. Хвостовик от ножичка. Видите? Опять все на этом сходит. Да. Вон, видите, сведение. Он обломанный. Вот опуточка-то есть. Блин, а ты видел, на какой глубине-то? Глубина-то? Больше штука. Глубина-то хорошая, да, тут. Дорога шла вот по этой стороне тех времен. Но пока больше пока ничего не находим. Пока не пока или пока не репака. Как пошутили тогда. Так вот здесь, на этом хуторе, ножички ковали. А на следующем, который у нас в простонародье в нашем называется Анин хуторок, их теряли в огромных количествах. Там, в той стороне леса. Ну, в другом лесу. Вот, но пока ничего нет. Ищем, ищем. Ну, вон опять что-то. Итак, вышли из лесу. Что нам там больше почему-то не дали? Ну, в принципе, это был проба, естественно. Все наше хобби – это метод проб. Эти пробы иногда выстреливают интересным образом. У нас же 2 дня. Сегодня сейчас доходим здесь. По пашне, конечно, не хочется лазить. Ну и время еще 2 часа есть. Здесь полазим, здесь были интересные находки. Поедем. Завтра еще одно место поедем, посмотрим. В этом же видео все будет. Тоже разведка. Мы там никогда не были, но места там есть мыслишки перспективные. Опять же, посмотрим на черный сигнал. Если будет попадаться то, что надо, если я правильно сделали расстановку, то это хорошо. Если нет, так нет. Все увидите. Вот, а мы прямо на пашне. Ой, давно мы не ходили. Но здесь интересные вещи попадаются. Короче, я только от машины отошли. Вот только-только сюда. Смотрите, что вылетает. Оно и радость, и печаль. Как видите, да? Это... А! Да, по-моему, есть, сейчас посмотрю. Короче говоря, это низ этого. Никит Бесогончик. Ну ладно, это в запчасти пойдет, мало ли. Будет потом еще. Обязательно. Все остальное потом здесь найдем. Да может найдем. Вот эта штука интересная.
поле. Здесь столько интересного подымалось. Ай да. Да, чего-то нам, кроме чернин, ничего сегодня не лезет. Люб нашла 61-го года, а нету. Сейчас он что-то на империю похож, да? А что за империя? Темно. Ну здесь как алики. О, ё-моё. Убитая напрочь. Где Лиза? Где Лиза мертвая? Убираем. Друзья, день два. Вот, вчера дела сделали. Пчел утеплили, да. Красивые тут места. Места для нас совершенно новые, неизведанные. Бог его знает. Единственное, что грунт здесь песчаники. У нас цель какая? Сейчас, вот это бывшее поле. Там река. Дальше река. Высокие берега. Вот. С поля пройдем, дойдем до реки, и там есть один интересный участочек. Если, конечно, дойдем. У нас времени не так много сегодня. Потом пилим в Москву. Вот. А через неделю, дай бог, что-нибудь еще придумаем. Но это место нужно. Короче, первый раз мы сюда приехали. Если что-то вылетит, то будет к радости. Ну, а так... Ну, короче, сейчас все покажем. Махайте ручкой в камеру. Вот-вот-вот, белые перчаточки. Погнали. Так, добрались мы все-таки до этого перешеечка. Все, здесь река. Там река. А тут полуостров такой круглый. Вот. Где? А это с края. Вот. Ломились вот 400 метров вот через такую... Ой, там не то что катушкой, там пройти-то сложно. Вот. Ну, то-то интересно, на самом деле, в нашем ремесле, скажем так. Сейчас короче, чайку глотнем и будем смотреть дальше куда. Нашли здесь какую-то тропу идет. Туда, куда нам нужно. Ну, в принципе, да. Вот. Грыбники. Ну, это не то, что зачем мы пришли, но приятное сопровождение. Если мы не найдем ничего более старого, то советы, в принципе, тоже пойдут. Тем более, если здесь охрана сейчас будет в песочке. Ну, короче, на дорожке здесь первая. Не ходячка, будем. Понятно вообще. Сейчас я ее помою. Блин, обалденный. Грунт шикарный. Ходить шикарно. Лосиные мухи прилетели, они же вши. Ну, немного. Че это? Конец октября. Сейчас посмотрим, что. Рамка, походу. Ну да, походит. Впадение. Лайк. Сейчас. Я год пытаюсь оттереть. Да какой тут год? Год у них не столько много. 50 какой-то. А, ну да. Надо оттирать ее, она в наростах. Ну, с охраной, я думаю, будет живой. Забираем. Вот и красота какая. Кстати, не глубоко. Такая вот река. Мы с крутого берега. Снимаем. Тишина. Идем искать. Интересный там склончик внизу, надо сейчас посмотреть. Идем, да, поздний советик. Ладненько, ладненько. Охран, бомба. Только толку-то. Толку никакого. Ой. Короче, вон склончик, сейчас там полазим. Дошли мы до полуострова. Кругом река. Сосны крупные стоят, посмотрите. Очень даже. Ну, мало очень железа. Попадают скованные гвозди, ну и советского мусора. Но очень немного, ну буквально там несколько пробок, парочку. Проволочка одна. Кто-то ходит, что ли? Нет.
тени в лесу, как всегда. Леший бродит. Палочки падают. Очень такой классный лес. Достаточно старый. Ну, естественно, обновляется. Вот. Ладно, у нас сегодня разведка же получается. Надо вообще понять, попробовать зацепиться за что-то. Пока только кованый гвоздь. А, и пломба не проштампована. Вот. Идем, пробиваем вот эти холмики. Ребят, нашли мы, походу, затерянный мир. Посмотрите, какой лес. Обалденный, как по ковру ходишь. Мусора нет, сигналов тоже нифига нет. Но место очень красивое, такое чудесное. Точнее, не есть, конечно, сигнал, но так какой-то хрень. Вон, тетя Люба что-то пытается выкопать. Пробочный? Ну, пробочный, наверное, что. Подбухивали. Верховая. Где? Где-то там орёт. А, это вообще... О. Баночки. Консервные. Ну, тут река внизу. Могли рыбачки тусоваться. Гора какая наверху. Полезем. Саша уже не полезем-то. Вперед на гору, и вот с нами. Друзья дорогие, друзья, вылезли. Ну, короче говоря, до перешейка мы, ну, прочесали чуть-чуть, его ничего толком не нашли. Дальше, конечно, углубляться в сам полуостров не стали, он большущий. Здесь есть накат, вот мы до него дошли, до этого наката. К нему, в принципе, можно туда заехать, на этот перешейк. Ну, видимо, накат был давно. Смотрите, что на нем нашел. Гиречка. Ну, ребят, ну вы понимаете, да? Это никак не 20 век. Вот. Ну, мы, в общем, короче, по этому накату мы сейчас пойдем кругалями и придем к машине. Потому что времени уже, к сожалению, немного. Ха. Друзья, так и идем по дороге в сторону машины. Я за свою практику первый раз вижу такую чистую дорогу. Мусора нет вообще. Одну пачку нашли. Ну, может быть, пару проволочек, одну пробку. А, и гильзочки вот эти, ну, маленькие, от мелкашки. Сейчас выкопаем, вот. Попалась вот такая вот обивочная. То ли от кареты, то ли от чего-то. Ну, типа конинки. Заклепка. Интересно. Здесь вот была вот эта конинка. 78-го года. Поздний совет. 20 копеек. Да, у нас... Эти выходные, прям скажем, разведывательные. Прям скажем, не особо крутые. Ну, что-то да. Дед Хабар сделал перерыв. Ну, подожди, не всяко тебе. Да, одни советы. Не всяко тебе уделы подымать, мать. Да какая разница, дирхемы, уделы, псевдоинкалпионы. Надо и перерывчик сделать. Такой обрыв здесь. Здесь люди, да, сидят. Ух ты. Вот такая красота. Вон остров. Ну да. Ладно, еще не стемнело, конечно. Мы все равно идем. Ищем дорогу к машине. Потому что через этот брелок. Это чистокол, но я лезу. Ну да. Такая шикарная поляна. Ну здесь, конечно, помойка. Ну что, друзья. Находились, набродились. В принципе, разведка проведена. Но только вот старого, только гирька. Я имею в виду сегодняшняя гирька. И вот это... Канина. Ну, по сути, мы только в начале этого полуострова были. Вот где леснину-то красивую сейчас снимал. Вот. Там интересно. Зато нашли вот этот накат. По нему. Ну, короче, здесь можно уехать прямо туда, на полуостров. Дороги хорошие. Правда, шли мы туда совершенно другими дорогами. Точнее, отсутствием дорог. Вот это.
Вот, так что я думаю, что мы приедем, еще посмотрим. Для рыбалки мест интересных много. Я думаю, для грибов тоже. Вот так вот. А на следующие выходные что-нибудь придумаем. Но есть мысли поехать на поля на наши скошенные походить. Где мы дирхем нашли, вот это все. А, если их не перепахали. А, черт его знает, посмотрим. Там надо порыться. Может быть. Нет, чешуя там точно наверняка будет. Вот. Ладно, вот так мы сегодня погуляли. Вы это все посмотрели. Спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы. Не болейте. И на такой вот красивой дороге всем пока.